Всем добрый день. Сегодня у нас очередная небольшая распаковка. На этот раз пришел термоизоляционный коврик силиконовый для работ с различной техникой, а в частности с электроникой, чтобы паять, заменять те или иные элементы. В таком варианте. Продаются они в различных вариантах и исполнениях. Это модель S120 размером 3,4 на 23 сантиметра. Есть другие варианты, есть с намагниченными поверхностями, да, необходимо бросать различные винтики, металлические части и так далее. Также есть непосредственно с различными технологическими отверстиями, коробочками, куда можно прятать различную мелочевку. Но я взял вот в данном варианте именно модель S120, такой вот силиконовый коврик, для того, чтобы в дальнейшем осуществлять манипуляции с электроникой, ибо то, что уже было проделано, как-то неудобно на салфетке, хоть она и тоже из пластика сделана, но подвижно и так далее. Поставляется в обычном сером пакете доставочном, а внутри вот находился именно вот так вот. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Упакован в целлофан, непосредственно сам этот коврик. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот коврик. Вот такой вот коврик. Кстати, здесь вот есть линейка от 0 до 20 сантиметров. Здесь сзади обычная поверхность. Он тут на китайском написано. Непонятно, что там. Большое число 2016 30 470 418.9. Как вариант 2016 года исполнения, до сих пор у них лежит. Вот такой вот силиконовый коврик термоизоляционный. Укладывается, достаточно надежно находится. Ну, не особо надежно, но надежно. Если что, там можно подклеить. И удобно работать. Вот, например, мы меняли плату внутри ноутбука. Это мы все проделали непосредственно на стандартной салфетке. Здесь все это можно проделать непосредственно внутри, а вернее на поверхности этого коврика. Так, достаточно все удобно, удачно, даже можно раскрыть. Положить непосредственно винты, чтобы они рядом лежали. Чем много ячеек, можно различного исполнения в таком виде этот коврик использовать. Ну, помимо того, что можно непосредственно осуществлять манипуляции с этой платой и осуществляет припой. Кстати, очень удобно пользоваться, если в качестве платы будет использоваться смартфон. Кстати, мы в скором времени этот коврик и применим непосредственно при замене аккумулятора смартфона. То будет чуть позже, как только придет аккумулятор. Вот такой вот коврик. Хорошее исполнение. Есть начальный запах у него, но не такой резкий, а именно силиконовый такой запах. Выполнен достаточно хорошо. Особых косяков нету, который бросается в глаза. Самый простой, не намагниченный, моделька S120. Есть другие варианты, больше и меньше, и с различными дополнительными свойствами. Там намагниченные поверхности, коробочки внутри, чтобы все это разместить. Такой коврик рекомендую к применению, кто занимается непосредственно какими-то монтажными работами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.